Приветствую, друзья! В эфире Air on Air, и мы находимся на Hi-Fi шоу в Мюнхене, где хотим вам рассказать о такой нашумевшей, удивившей, необычной концептуальной новинке от Astellenkern – CanQ. Вот. Огромных размеров плеер. Несмотря на то, что это плеер, скорее всего, я бы назвал это таким переносным стационаром, с которой можно перемещаться по квартире, поскольку размер все-таки не позволяет его класть в карман, даже в куртку пуховика, разве что в сумке. Большой плеер с огромным 5-дюймовым экраном, крутилочка для регулировки громкости, она не нажимается, за разблокировку экрана отвечает вот клавиша сверху. И справа есть три кнопки для управления самим плеером. Вперед-назад, пауза, плей. Сверху у нас разъемы для наушников, балансный разъем и 3,5. Линейный выход балансный реализован 5-пиновым XLR. Пока я таких в пользовании нигде не видел, но CAN, я думаю, введут, они это умеют. У плеера 128 гигабайт встроенной памяти, есть разъемчик под microSD. И снизу только Type-C зарядочка. Вот, большой. Сравним его в размерах вот с iBus DX220, чтобы было понятно. Во всех проекциях CAN просто огромен. Но в руке приятный. Вес изначально ожидается чуть больше. Точнее, не ожидается, а кажется. Но берешь в руку — хороший, приятный вес. Такой вот очень, очень сбалансированный аппарат. Вот, кстати, размерчик сравним вам с Kainam N6-2, который уже второй день слушаю, потихоньку тоже готовлю мнение. То есть все эти плееры, которые сами по себе, и Kain, и iBus, вроде бы большие, они просто малютки в сравнении с CAN-ом. Покажу немного дисплейчик. Плеер, который мне дали для обзора, вот он разряжен, я же не могу его вам включить, поэтому со стенда. Ну, все круто. Софт астеловский, быстрый, понятный. Не вызывает абсолютно никаких вопросов, шустрый, в стиле Astellenkern. Я даже не знаю, критиковать тут точно нечего. Поэтому пойдем дальше. Я думаю, всем интересно узнать о главном. Да, что же представляет он из себя по звуку. Ну и первое, что про него можно сказать, когда включаешь, это дурь. Ее тут полно. Качать тугую нагрузку для него — это просто сущие пустяки. Хотя по памяти, ну, Kain N8 уж точно не слабее, может быть, даже немножко мощнее. Вот. Хватает плеера абсолютно для любых наушников, ну, как минимум, которые я тут успел сегодня подключить к нему. Хороший напор, но плеер нельзя таки назвать музыкальным. Даже наоборот, эмоций немножечко так не хватает. Скорее всего, из-за немножко зажатой, может быть, где-то вяловатой середины. Например, Kain N6-2 по этому диапазону уделывает кубика подчистую. То есть вот Kain, серединка просто сумасшедшая, и пока сложно мне найти ему альтернативу какую-то. Вот, поэтому вот как-то так. Бас хороший, глубокий, динамичный, такой с легенькой, комфортной мягкостью. Но при этом такая, которая не дает плееру стать размазанным. Ну и где нужно, обеспечивает такой достаточный панч. Хотя по скорости, вот честно, уступает iBus 220. Здесь хлесткость получше, атаки такие более ударные. Вот. Ну, тут я бы отнес это, наверное, к вкусовым каким-то различиям. ВЧ немного рисковатые, при этом не яркие абсолютно, скорее такая легкая синтетичность в звуке присутствует. Мне не хватило проработки самых-самых дальних верхних. Но в целом они хороши, претензий нет, не яркие. И так вот сходу, без опыта, без сравнений, я думаю, больших претензий к ним ни у кого не будет. По звуку в целом, ну вот, как видите, без откровений. Просто хороший, добротный саунд, без критичных косяков. Позиционирование этого аппарата, конечно, мне пока не ясно, потому как в стационаре, все-таки в этом бюджете, есть куда более взрослые и хорошо звучащие аппараты. А для портатива такой кирпич в квадрате, вроде бы как.
Ну, пока не знаю. Вот. Хороший плеер, безусловно. Как с ним жить, пока не знаю. Вот, в общем, такое короткое впечатление. Может быть, когда-нибудь еще подробнее про него расскажем. Задавайте, может быть, вопросы, какие интересуют. Мы еще здесь будем несколько дней. Я могу внимательно послушать и на них ответить, либо там посмотреть, что вам нужно. Так что готовим для вас еще один видосик. Следите за нашими новостями. Всем пока. А, минуточку. Смотрите, забыл вам показать. С плеером еще вот такой вот будет кейс, пока я не знаю, он будет в комплекте или нет, скорее всего, отдельно. Вот, это прототип, он не финальный, то есть я вот вам могу его тут поставить, показать, как он будет в этом кейсе выглядеть. Вот, симпатично. Вот. Безопасно. Ну, теперь пока точно все. Следите за новостями. Всем пока.